כן, פאפה. אני הייתי בלון פעם. בבטן שלי מה הייתי? בטח. הוא קוקי לוק את קאמרה. אוי, זה כוח. תראה איזה רגליים. תראה איזה רגליים. אוי, 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 אוי. Олимпик чемпион. Люша отказывается зубки чистить, а Михаэль там возмущается, он уже долгое время лежит один. Всем доброе утро. Я с вами еще не поздоровалась. Хотя встали мы уже прилично так давно. Люша у нас встала сегодня опять рано. Я услышала ее, когда лежала с Михаэлем. А, кстати, да, я проснулась вообще в 6:30. Мои деточки. Вчера Ашер взял, принес такую вкусняшку. О, только он не смог ее закрыть. А, кстати, у меня же еще клубничка осталась. Я думала, Ашер не покушает. Это называется... Я забыла, как называется. Посерединке он мне говорил. Я уже не помню. У нее внутри молочный какой-то крем. Это пахлава. И это тоже пахлава. Вот я не знала, что существуют разные виды пахлавы. Арабский ресторан назывался Ирон. В городе Ирон. И я не знала, что существуют разные виды пахлавы. Оказывается, существуют совершенно... Огромное количество разных видов, и внешние, и внутренние тоже. Но, кстати, в Ироне... Нет, я где-то еще ела пахлаву, и вот она там отличалась. В общем, она в любом месте очень-очень вкусная, но она отличается даже от того, что они внутрь кладут. Люша застрял там этот ее мотоцикл, я Лялю отодвинула. Вообще, вот это такое классное решение, коляску я использую дома. Я сначала хотела купить ему трамплина. Как же это называется-то по-русски? Вспомнить бы трамплина. Шезлонг, вот. От Тини Лав. Я выбрала его еще до родов. И очень хотела купить. Но сейчас я поняла, что не нужно тратить такие деньги. Это стоит дорого. Меня прекрасно выручает коляска. Я надеюсь, что вы меня слышите. Я буду сейчас завтракать. Я себе помыла несколько ягодок. Это у меня пахлава. Ой, сори. Вот это пахлава. Что-то у нее зеленое внутри. Первый раз такое вижу. А вот эту я забыла, как называется. С молочной какой-то начинкой. У нас сегодня обещает дождь, шторм, сильный ветер. И я настраиваюсь на то, чтобы сходить сегодня в отца и покушать что-то очень вкусное, азиатское. Только при условии, что Ашер сегодня сможет, потому что у него сегодня очень плотный график, много клиентов. И только если какой-то из клиентов случайно отменится, у меня вены торчат. Вот у меня с беременностью вены стали прям выпирать на руках. В общем, если у него клиент отменится, то тогда получится нам вбить в его график посещение... И поедание ланча. Я пока это все выкладывала, я уже откусила кусочек. Очень вкусно, но я не поняла, что внутри. 100% внутри орехи. 100% вкусно. Ее подают с черным арабским кофе. Крошечные такие чашечки. Кофе очень-очень крепкий. Но в сочетании с сладкой-сладкой пахлавой это идеальное сочетание. Когда кушаешь что-то вкусное, нужно закрывать глаза. И наслаждаться. Она мне напоминает роллы, на самом деле, суши. У нее иной вкус. Вау, она намного нежнее. И намного мягче внутри. Очень вкусно, вау, мне нравится. Вау. Самое вкусное, это вот это посерединке, беленькое. Когда я жила в Омске одна, до встречи с Ашером, я несколько лет не кушала клубнику. Вот не знаю, обходила меня клубника стороной. Взяла еще одну такую же. Уж очень они вкусные. На улице уже гром гремит, я слышу. Ой, какой личик. Не жладость. Мы сейчас с Михаилом пугали голубя, который залез опять нам на балкон. Я не против голубей. Нет, я против них. Но вообще я не против них. Просто если бы они не залетали на балкон и не срали бы там. А мне не пришлось бы постоянно мыть. We can go, we can buy something and bring bye-bye. How you call it, I forgot? Tail of horse. Хвостик лошади. В мягком вольном переводе, лошадка. Ну что, у нас сегодня такая красавица. Она одета немножко как религиозная, dating girl. Как религиозная девочка. Я покажу вам попозже, что у нее очень-очень длинная юбка, платье от юбки. Юбка от платья. И так носят только религиозные девочки. По-религиозному одетая Люшенька. Длинные-длинные юбочки. Прохладно становится. Сейчас вот показывает нам в машине 23 градуса, типа на улице. Ну, я бы сказала, градусов 20. Чуть-чуть ветерок уже появляется. Пасмурно опять стало на небе. Переживаю, как бы ливень не начался. Ой! Как...
меня с утра так сильно болят икры ног, просто жутко. Я не могла понять, в чем дело. Я подумала, ну я вчера в городе походила, ну что я там походила, до автобуса и на автобус. А потом я поняла, я же вчера без лифта поднималась на 6-й этаж с ребеночком и с сумочками. Очень сильно болит до сих пор. Это гром, слышишь? Гром. Гром гремит, сейчас будет дождь. Кунивик тут. Как дождик делает? Кап-кап. Молодец. Когда? У меня наклейка на лбу, прикиньте. Я помню, что Люша подошла и наклеила мне ее. Привет. И Лия. Лия. И Лия. А, и там тоже Лия. А. И Лия. Да. Лия. Ты Лия, да. Да. Ля. Тебя. Тебя. Люблю. Тепу. Какая у тебя фамилия? Лугаси. Лугаси. А как зовут маму? Оля. А как зовут папу? Джоси. Как папу зовут? Джоси. Ашер. А как зовут братика? Михаэль. Молодец. А как зовут Сафта? Рика. Ривка. А как зовут Саба? Как зовут Саба? Михаэль. Михаэль, молодец. Михаэль. Кушаю мамин шницель. Очень вкусный. Который вчера Ашер принес вечером. Я только что покормила Люшу. Теперь время ее укладывать. Вчера спрашивали под видео моим, почему мы поменяли беговел. Я не помню дословно вопрос, но типа того, что почему мы поменяли беговел для Лии. Сейчас у нее красный, а до этого был другой. Когда мы купили первый наш беговел, предыдущий, он был синий. Он оказался некачественным. И в итоге, по прошествию короткого времени, у него руль смотрел в одну сторону, а колесо смотрело в другую сторону. И Льюшу это очень сильно раздражало, она истерила, она не могла нормально на нем ездить, ну, понятное дело, она крутит руль вправо, а колесо при этом тянет ее влево. Ашер пытался его починить. В итоге я пошла и выбросила этот беговел, чтобы Люша его не видела и не плакала, что он так плохо работает. И все, мы поехали в той за раз и взяли ей другой Smart Trike. С Люшенькой скупались. Я хочу покушать. Положила себе оливочек. Очень эти вкусные, они с чесноком. Блин, я только что раздолбала планшет, на котором Люша смотрит сейчас мультик. Случайно зацепила его рукой, он долбанулся об плитку. Вот что произошло. Откололся даже вот кусок пластмассовый. Блин, так обидно. Случайно, совершенно вообще. Люша, мама сломала планшет. Люша все равно. Показывает и показывает, да? Ашер сейчас рассказал историю, он, по-моему, был до этого в Тель-Авиве сегодня. И когда он пришел на встречу, все было хорошо, но во время встречи пошел очень сильный дождь. И после встречи, он когда уже вышел из ресторана, они в ресторане сегодня встречались. Он пошел к машине, он не смог туда залезть, потому что было затоплено все вокруг. И он сказал, что он смог залезть только через мою дверь, через дверь рядом сидящего с водителем. И внутри машины, такой огромный мой Ашер, он очень высокий, он перекарабкивался на соседнее сиденье. Это очень забавно, потому что он совершенно не флексибл. Вау. Даже видно, камера ловит дождь. Посмотрим, насколько сильно затопит. У Ляли шарик и у Люши шарик. Да? Бам-бам-бам-бам-бам. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.